Танечка. Все там. Пошли, пошли. Ну, у вас звездочка это Фанечка, как по мне. Ну, Фанечка это молодая, восходящая звезда у нас, да. Она очень хорошо смотрится, когда бежит. Вот. Только надо будет отработать остановку, чтобы она остановилась. Ну да. Сань. Фанька. Фань. А ну, пробежимся так вдоль. Давайте вдоль. Нет, только вот об основном. Сейчас. Да. Сань. Движется очень хорошо. Сань. Давайте. Молодец. А можете максимально быстро, как вы можете? Максимально быстро? Да. Фань. Чтобы она только не на галоп переходила, а рысью. Ну да. Фань. Давайте. Вперед. Отлично. Собака отлично движется. Ей, в принципе, вот для выставки вот такой вот бег, и все, больше ей ничего не надо. Но желательно, чтобы она бежала или рядом с вами, или ну, тянуть не обязательно. Она и так очень красиво смотрится. Хорошо. Чтобы она не уставала. Фань. По команде рядом и все. Стоять, хорошо. О, отлично. Отлично. Стоять. Уже получается. Стоять. Уже получается, шикарно. Лапку нужно отодвинуть. Ничего страшного. Ее очень хорошо видно. Только ей нужно немножко мускулатуры добавить. Ой, не об этом. Игорь, а ну позови ее. Потому что костяк есть. Зови, зови. О, красиво очень. Очень красиво смотрится. Шикарно просто. Просто шикарно. Нормально, нормально. Лучший враг хорошего. Ну, сейчас ничего, нормально. Все. Лучший враг хорошего все-таки. Фань, стоим. Что такое? Что такое, да? Что такое? Она в таком типе интересном. Она... вот первое впечатление, что папа, а потом смотришь, да мама. Нет, вроде мама. А потом начинаешь смотреть, нет, она интереснее, папа и мамы. Вот реально. Фань. Фанька. Фань. Фанька. Хорошо. 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 Просто она со всех пищащих игрушек тут же вынула пищалы. Пищала – это хорошая вещь. О, вообще шикарно. Никто уже не пищит давно. Шикарно стоит. Она сразу вынимает их. Ну, просто бомба. Просто бомба.